Не, нельзя. Или можно? Нет. Что-то я как-то увлекся и целых 30 минут получилось записи. Ладно. Единственное, что обидно, так это у меня патроны на ракете закончились. А там как-то подняться же, наверное, можно, да? Да, можно. А вот и он, наш чемпион. Который не шлакуется? Который не шлакуется, потому что он так шлаковый, но он зато хорошо горит. И вполне себе урон впитывает неплохо. А на кого он атакует? Я не знаю, что-то стоит, втыкает. Думаю, его можно убить спокойно за это время. Ну, норм. Что-нибудь выпало? Белая ракетница и синий пистолет, зеленый пистолет. Который я продам. Который ты, как всегда, забрал. Что за... О. А что тут у нас, сундучок? Где? Не, здесь у нас непонятно что. Здесь у нас пацан. Ага, конечно. Потопчи еще немного. Да отвали. Так, тут кто-то еще приперся, Скаги. Вот только вас тут не хватало. Да-да-да, иди сюда, атакуй меня. Если хочешь кусочек меня. О, шипастый скак. Не, такие... Ручка не поворачивается. Серьезные пацаны. Они там ломятся откуда-то, непонятно. Откуда. Просто робот их разваливает. Так, ручка, наверное, по заданию откроется. Лично мое такое предположение. Нет. Давай, иди сюда, сражайся. Нормас? Нет, не нормас. Какая у него лапка осталась, понять не могу. Нет лапок. Лол. А не, вот, вот, вот восстановилась она или была. Все, ее не видел. Там еще этот ископаемый лазит. Его робот все никак скинуть не может. Опа! Скин для нашего пылесосохода. Пожалуй, используем. Где-то ископаемая делась. Да я видел, он что-то как-то тупит и не хочет спускаться. Продать. Все продать. Патроны пополнить. Пойдем продадим. Кто тут из КПМ лазит? Он уже отрегенерировал. Походу. Сволочь. Так он будет идти сюда или нет? Я чуть не вкуриваю. Он стоит и смотрит. Я так его буду долго убивать. Ну его нафиг. Да чё, где он там? На горке той. Но я его буду долго убивать своей пукалкой. Да не дергайся. Вот он еще и дергается. Робот, иди его убивать. Ты бумеранг, я робот. Блин, иди отсюда. Еще один бумеранг летит. Да робот даже его слабенько валит. Пойду его убью, так быстрее будет. Или...
Сейчас возьму огненную снайперку. Так у него, все равно щит... так у него от огня отпор. Отпор? Да, он пишет отпор. Тогда я его шлакану. Кстати, будет неплохо. О, сразу урон пошел. Что-то там что-то выпало. Тот же вопрос. Оно и не видно отсюда, даже если выпало. Насрать, пошли дальше, короче. А, ты не поднимешься. Горячие источники. Тут будут голые женщины. Да, 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 нет. Жалко. Десант. Блин, у меня не та граната, я перепутал немножко. Десант не удался. Еще десант. Скучи гранат взрывы. Ну стой, негодяй, никуда не убегай. Прям в рифму. А, это кто такой? Проклятый пират какой-то. Ой. Ого, он хилится, когда нас бьет. Это херово. Ну как бы я валяюсь, и ты стоишь, может что-то припримешь. Нет. Не, умирать это не лучший вариант, что ты мог придумать. Я предпринял. Ай, убегаем! Он хилится за то, что бьет тебя. Класс. Класс, как он меня мог ударить? Так он хилится. Как он меня мог другой, как он мог меня ударить? Не знаю, но я сейчас сдохну. Ну немного тебе помогу добить его. Нет, не помогу. Нет, он подхилялся очень сильно. Так он хилится даже когда ты просто в режиме борьбы за жизнь, он тебя бьет. То есть ему вообще пофиг кого бить и как бить. Херово. Вот и наши миллионы пропадают. Надо шлаг взять. Надо, потому что у меня нет ничего. Хотя граната. Толку мне сейчас от этой взрывной гранаты нет, наверное, шлаковая лягушка давай. Все-таки ты свое. Никогда не оживешь. Ох, нихрена себе, ты сейчас сдурел, парень. Где он? Тебя нет. Был пират и нет пирата. О, скин. Что-то выпало. Скин для песчаной подлодки. Класс. Я знаю. Вот, а тут дофига патрошка. А здесь будет тебе урон наноситься, интересно? Здесь это где? Вот в этих штучках. Факелах? Не. А, источниках? Да. А зачем? Вдруг они где-нибудь опасные. То, что они горячие, это еще не значит, что тебе будет урон от этого идти. Бля, только я не могу туда попасть. А да уметь ты не умеешь. Мое кунг-фу еще слишком слабое, да? Да стой! А, тут до хрена пацанов. Ну я ж тебе и говорю, чтобы они стояли, они убегают. Ой, какой-то... Ой, еще один, сволочь. Не надо им давать себя бить. Пока. Блин, я себя поднял и сам себя же убил. В смысле? Ну, не знаю, как это произошло, но так произошло. Хоть был не жирный, я так понял. Ну да, не особо. Ну-ка, иди сюда. Да ё-моё, кто? Нифига себе, он чувак с турелью. Ой, я его как-то убил. Бывает. Класс. Я просто как мастер. Ты умудряешься? Я не знаю, я просто мастер по убийству противников. Все... Ой, быстрей, быстрей. Чего это быстрее? Потому что у меня полосочка заканчивалась. Свихнувшийся морячок? Ой, ё-моё! Кажись, я провалился. Хоть... А, 50, вот это понятно. Стреляй! О, это типа голяв, да? Судя по всему. Что-то о, типа. Раскормим. Нафиг надо. Давай убивать его. Глянь, кого я нашел. Из-под земли кто вылез, точнее. Червяк? Нет, да, блин, тип опять какой-то упал. Из-под земли. Зверский пират какой-то. Супер безбашенный тут. Нифига, чем он стреляет? А, у него обычный вроде бы. Зверский? Там мы вроде таких уже видели. Так вот, да, собрался.
Да что ж ты такой живучий, ну? Да они все какие-то такие живучие, я тебе скажу. Хорошо. Так, тебе помогать типа, да? Ну да, он, блин, он не подпускает меня к себе, он убегает постоянно. Я его добил. Я отомстил. А, еще сзади, я думаю, что я постоянно падаю. Ну да, сюда. Да, ты ж на миникарту иногда поглядывай вообще. Так не, я смотрю, я думал, что они внизу. Совсем они внизу. Да, неплохо так он. Давай, шлаковая лягушка, делай свое дело. Сделала, молодец. Робот, добей его. А то у меня полосочка быстро уходила слишком. Ой, иридий. О, модификатор класса для меня. Ненужный. Куда он делся? Да вот где-то. Блин, вовремя. Очень вовремя, ты помер. А он там еще один вышел. Зашлакованный он сейчас. Был зашлакованный. Холодильник. Все, закончились. Больше не будет парней. А жалко, я только разогрелся. Глянь, посмотри, что там внутри. Черное ничего. Ничего. И пустота. Как я люблю. Так, нам какого-то гипноса все-таки завалить надо. Он, по идее, здесь. Дю-би-дю-би-дю-би-дю-би-дю. Окей. Это моя фраза. Я бью за твою семью. Иди сюда, скотина. Опа. Голяб. Давай его раскормим, не убивай. Сейчас я пытаюсь в голову попасть. Блин, раскормили. А, он побежал, кажется, да? Не, он делает разгон. А ну-ка. Пацан. Ну ты будешь раскормить? Не, ему насрать, поднимай меня. Чё-то он как-то не реагирует на то, чтобы ему в голову прострелили, чтобы он взбесился. Чё-то он... Чё-то он промазал. Не сильно бегал, да. О, тут патрончиков много. А там пацанов много. Бросить гранатки. Нормально. Деньги! Деньги! Ой, тут еще пацан живой. Неожиданно для меня. А теперь мертвый? Все так же неожиданно. А, пистолет. О. О, лягушка. С большим. Точнее, с меньшим. Шлакованием. Не, не шлакованием. С меньшей о. Скоростью перезарядки. Ой-ой-ой, яростный юнга. Это, наверное, какой-то черт. Это юнга. Попробуй его вывалить. Сейчас пробую. Что-то он не сильно вываливается. Да ладно, нормально. Ничего не выпало. Не. Нормально, ты свой хп видел, нормально. Нормально. У меня всегда такое хп. По сути. Пацаны, вы горите. Глянь, горит и пишет отпор, и все равно горит. Слышишь прикол? Да и чтоб тебе. Как так может быть? Нет, Юнга, нет. Умирай. А у меня ума, это вот пишет отпор и продолжает гореть. А, что пацаны? Кто меня направо? Выговорил? Запарили, парни. А, это Голиаф, Галимый.
Может, ты меня это поднимешь, а ты где? Может, подниму. Ой, что-то ему нехорошо. Что-то он немножко зашлаковался. Так же, как его друг. Вот сейчас у типа на голове написано «Лол». У тебя обычно на голове пишется «Лол». Нормалек. Тут кто-то еще был, да? Да вон он спрятался. Сволочь, робот, не убивай его, я должен убить. Перезарядка. Тут даже одну из двух. Сам я его убью я. О, снайперка. И что-то еще, что ты забрал. Ты все время забираешь, и я заберу. Синий пистолет. А. Говняный. Пистолет мне не надо, мне снайперка надо. О. Лут. Так, нам сюда. А тут есть сундук бесполезный. Ура! Больше бесполезных сундуков. Ну да, как я и говорил. Три белых реликвии. Очень надо. Ну и где босс? Не знаю. Надо, наверное, в рог подудить. А, ну вот. Аренка. А магазины тут нельзя было припилить? На всякий случай. Это ты? А. Мертвый слон? Сон. А, сон. Он, наверное, в конце будет. Ну, я так тоже думаю. Самый башковитый из безумных. А, ок. Бля, вот он это блокирует, слышишь, видел? Да, видел. Надо ему сначала, естественно, сносить броню. Он мне корями кидает или? Нет, там еще пацаны есть просто. О, еще один. Он давай прыгает. Этого раскормим. Вот этого баннера раскормим, чтобы он их вывалил. Буконьера? Не думаю. Да, как вариант. Я не думаю, что он раскормится. А, он уже бешеный, да? Можно попробовать. Еще можно пробовать. Надо, наверное, поднять других дураков. Да, да, то же самое. Прям перезарядка на ракетнице, серьезно, очень вовремя. О, тут так уже лучше. А, ты умер? Не успел. Я нет, убежал. Нет, ты живой. Ой, лол, иди сюда. Ой, тут можно далеко убежать, слышишь? Я просто убежал с этого ущелья. Ну и правильно, нафиг надо. Они там пусть сражаются сами. Ага. Крутой, да? О, ракетница синяя. Заберем. Сейчас мы по кругу обошли и вернулись. А, там вот гипноз. Вылез. А ну-ка. Скотина. Где еще хмырь? Да я встану. Кажись, готово. Еще ракетница. Вообще-то какие-то слишком доброжелательные на ракетнице. Где вы все их прятали все это время? Нет. Еще один. Да блин, какого хрена? А, ты упал. Хотел к нему пробиться и разрядкой сделать ему. Может, штучка какая-то есть. Надо забрать, наверное. Да, говно какое-то. Вторая часть компаса. О, Юридия, где сундуки? А вот сундук. Серьезно? И это все. Ух, черт! Я по ней еще пальнул. Молодец. Чтобы замедлить, наверное, подожди, да? Мы можем так пойти, мы можем обратно спуститься вот здесь, вот видел? Откуда пришли? Я понял. Но я думаю, лучше здесь пройти.
Да, может быстрее. Где куча сундуков? Ну пошли, пошли, где куча сундуков? Говорю, может быть здесь куча сундуков. Здесь да, это где? Ну мы и все равно мы вышли, откуда мы пришли, только еще ближе. Ну нормально, это можно считать отсылкой к Скайриму. Потому что там тоже в пещеру, когда ты заходишь, чтобы из нее выйти, тебе не нужно назад по той же дорожке идти. Отсылка к любой игре. Ну нет. Да. Не к любой игре. Это в Скайриме очень. Это очень явно в Скайриме просто показано. Что когда ты в пещерку вот такую заходишь, причем очень похоже на скоримские пещеры, тоже с такими водичками всякими. А опять вы? Мы уже подготовленные. Что-то он не шлакуется нифига. А, во, уже лучше. Кто убивается? О, синий, синий дробовик. Пойдет. Да блин. Да блин, как он меня вывалил. Обыкновенно, у тебя хп видел, сколько было? Так я был вроде бы в инвизе. Вроде бы. Что-то его луж пенит. Ой, я тебя не успел поднять? Нет. Просто начал стрелять. А ты козлина такая. На. Синее говно выпало, которое ты забрал. Я снайперку хотел собрать на самом деле. Да, он два меняться. Если это что-то стоящее, конечно. Не думаю. Сейчас глянем. Я тоже не думаю. Синенько, а где оно вообще? Интересный вопрос. Твой инвентарь. Бандит. Урон 5000, все. Продать. Все? Автомат, там ракетница, не-не. А, ну... кстати, мне выпала ракетница. Верный 12-фунтовик. Но дело в том, что... У нее какая-то надпись. Красненькая. Nec pluribus impar, сучки. Это, наверное, на латыни. А ну-ка, как она стреляет. Торговская. А. Не могу стрелять. Из-за навыка, наверное. А сколько у нее? Давай, я пальну. Да, одна. Попробуй. Класс. Не, ну, потому что я не смогу стрелять из-за своего навыка. Попробуй ты пальнуть и посмотреть, что она делает. Ну и, конечно, мне назад отдай, потому что я навыки потом немножко перераспределю. Уберу вот эту фигню. Не, вот эту фигню. Или какую фигню? Какая фигня? Вот эту фигню уберу. Ну? Попробуешь? Сейчас. Да, класс. Боеприпасы кончились. А, ноль. Отлично, стреляй. Пальцем. Сейчас проверим. Ну-ка, давай, давай. Там, скорее всего, сразу будет выкидываться. Не знаю, просто попробуй, мне интересно как. И что? Я просто не понял. И все. Просто, ну еще раз пальни в эту хрень. Да она больше ничего не делает. В воду. Ну пальни. Просто, а, ядро вылетает. Просто быстро, а, ядро летит? И быстро-быстро да. Летит, да? А, как пушка, короче. Вот, смотри. Вон. Но. Ведро, видишь, вверх взлетело. Я понял. Короче, давай ее назад. Ага. Ещё. Продам, да? Где там была? Отлично. Я нашел. Да, нашел.